Всем привет на моем канале. Впереди у нас зима, а это значит, что многие задумываются о покупке нового аккумулятора. Сегодня я решил провести небольшой экспресс-тест двух аккумуляторных батарей российского производства. Это у нас Гивер. Он произведен фирмой Tombstone. Производитель это Рязань. Рязанский аккумулятор емкостью 60 ампер-часов. И второй это у нас АКОМ, город Жигулевск, известный тоже бренд, емкостью тоже 60 ампер-часов. Тестом хочу показать и объяснить людям, что многие спрашивают, зачем переплачивать, типа одинаковые аккумуляторы, почему один стоит больше, чем другой в половину. На сегодняшний день средняя цена евро составляет 5000 рублей, а ком средняя цена 7500 рублей. Вот, оба аккумуляторы 10 недели 24 года. Вот данный аккумулятор 33 неделя, видно, да? Сейчас сфокусирую. 33 неделя 24 года. Оба аккумулятора этого года, оба новые, в эксплуатации не были. Вот, и тест я не буду взвешивать, замерять, насколько хватит, соответствует емкости. Тест я сделаю небольшим прибором, тестером для аккумуляторов, который нам покажет их фактическую емкость. Здесь заявлено 500 ампер-часов, здесь заявлено 540 ампер-часов. Переходим к проверке. Снимаем защитные крышечки и подключаем наш приборчик. Вот просто некоторые люди говорят, зачем платить в половину больше, они будут одинаковыми. Что нам покажет тест? Так, Гивер. 12,8 новая батарейка, КБ-тест, нормальная батарея, единица измерения ен, выставляем 500 единиц, смотрим. Тестер показывает, что батарею следует заменить, у нее всего лишь 348 ампер-часов при заявленных 500. Что ж, теперь проверим, что нам говорит о ком. Также заряжен почти 13 вольт данная батарея. Перед тем, как пройдем тест, хочу вас попросить, напишите в комментариях, кто пользовался такими аккумуляторами. Дайте свой отзыв на практике. У кого сколько ходит батареи, в такой пользуется. Также напишите, какую батарею сделать проверку и тест в следующем видео. Итак, АКБ-тест, нормальная батарея, иены, 500. И ждем. Заявленное, как на аккумуляторе написано, 540. Что мы видим? Хороший аккумулятор, 560 ампер, при заявленных 540. Так что делайте выводы. Стоит покупать более дорогой аккумулятор или не стоит? Спасибо за просмотр, с вас лайки, подписка. В следующей серии произведу замер других аккумуляторных батарей. Поэтому подписываемся и ждем следующий выпуск.